Дед Мороз – один из самых популярных и узнаваемых символов Нового года. Этот сказочный персонаж и добрый волшебник приносит радость, подарки и много счастья детям и взрослым на протяжении уже нескольких веков. Принято считать, что история Деда Мороза уходит своими корнями в глубокую древность. Многие думают, что этот образ возник на Руси и был связан с языческими праздниками, которые отмечались в зимний период. Вероятно, самым известным предком Деда Мороза является языческий бог Карачун, который покровительствовал морозам, снегу и холоду. Но эксперты заявляют, что научного обоснования этой теории нет, и истоки происхождения магического существа с седой бородой и в красной или синей шубе идут из русского фольклора 18-19 веков. Вообще, в принципе, персонификация зимы в виде Деда Мороза, она скорее фольклорного характера, нежели религиозного, поэтому все господа неоязычники, которые бьют себе пяткой в грудь, что это некое зимнее божество, мягко говоря, грешат против истины. По большому счету, все названия так называемого Деда Мороза, Морозка, Трескунец, Карачун и так далее, именно относящиеся к какому-то некоему живому существу, это то, что было зафиксировано только в XIX веке. Это сборщики, собственно, фольклора, вроде знаменитого Александра Афанасьева и так далее. Что-то более раннее, безусловно, присутствует, но, опять же, только в сказках, фольклоре, не более того. С течением времени образ Деда Мороза стал все более узнаваемым и стереотипным. Сегодня Дед Мороз изображается как добрый и дружелюбный старик в красном костюме и с белой бородой. Он часто использует длинный посох в виде жерди, чтобы помочь ему передвигаться по снегу и льду. Он стал неотъемлемой частью новогодних праздников во многих странах мира, особенно в России и странах СНГ. В эти дни Дед Мороз посещает детей дома, в школах и детских садах, раздает им подарки, исполняет их новогодние желания. Он привлекает внимание своим волшебством, изумительными фокусами, песнями и танцами. Редко праздник обходится без сказочной внучки старика-волшебника Снегурочки. Тогда же появился и образ Снегурочки. Образ Снегурочки – это вообще, простите меня, пожалуйста, сугубо сказочный персонаж, который к Новому году изначально не имел никакого отношения. Ну, в германской сказочной и фольклорной традиции есть легенда о девочке из, или женщине из снега, собственно, оживленной теплом любви своих создателей. У братьев Гримм встречается он в образе и так далее. В российском же фольклоре это опять же наследие Александра Афанасьева. В наше время Дед Мороз выступает как символ новогодних праздников. Он воплощает нашу веру в магию и чудеса, а также в доброту и щедрость. Он учит нас быть добрыми друг к другу, делиться радостью и вниманием с людьми вокруг нас. Благодаря Деду Морозу новогодние праздники становятся особенными и запоминающимися для каждого из нас. Валерия Карташова, Николай Суховский, Универ Новости.